Новое спортивное сооружение появится в селе Аликово. Район – один из немногих в республике, где до сих пор нет бассейна. Четырехполосный, 25-метровый, большой, комфортный плавательный бассейн скоро появится на территории спортшколы «Хельхем». Проект реализуется в рамках республиканского проекта «Спорт. Норма жизни». Мы особое внимание уделяем и будем уделять развитию спортивной инфраструктуры. Это по всем направлениям. Прежде всего, для того, чтобы обеспечивать массовый спорт, то есть с тем, чтобы любой желающий мог прийти, позаниматься. И именно в этом контексте и будем развивать всю инфраструктуру. Сейчас на объекте роют траншеи под бассейн и дренажную систему. Вода здесь будет артезианская. Для нее готовят отдельную скважину. Подрядчик заверил, что препятствий на пути к долгожданному жителями района объекту сейчас нет. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений в 2020 году в республике выделено порядка 301 миллиона рублей на 23 объекта. При конкурсной процедуре по этому бассейну экономия республиканского бюджета 7,5 миллионов составила, и фирма «Старатель», ну, стала победителем. И этот объект нам обойдется вместо 118 приблизительно 110 миллионов рублей. Для удобства бассейн со спортшколой соединят теплым переходом. Учтут и потребности людей с ограниченными возможностями. Здесь сам объект будет стоить где-то 60 миллионов. Там отдельный котельный будет у этого объекта. Отдельная башня будет. Говорят, воды не будет хватать. У нас уже отдельную башню сделали, 150 метров. Башню уже просверлили, привезут башню, поставят. И когда дренажную систему проведут, и уже будет начало строительства, всякие котлованы будут уже докапывать и закладывать. И в середине ноября мы должны объект уже запустить. В РИО главы Чуваши Олег Николаев поручил руководству муниципалитета взять под личный контроль ход строительства, чтобы бассейн смог принять первых пловцов уже в новом учебном году. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.